Совсем недавно этот двор по улице Ленина можно было разве что на лодке переплыть. Дожди затопили практически всю площадку. Коммунальщики буквально спасли ситуацию, воду оперативно откачали. Куда обращаться, если и в вашем дворе такая беда? На этот вопрос нам ответили в управлении жилищно-коммунального хозяйства города. Впоследствии людям мы хотим сказать, да, чтобы они при таких ситуациях обращались, значит, в единую диспетчерскую службу администрации муниципального образования города курорт Анапа по телефону 3-20-94 в свои управляющие компании. И если у них аварийная ситуация, непосредственно прорыв канализационных или водопроводных сетей, они обращались в диспетчерскую службу ООО «Анапа Водоканал» по телефону 2-09-48. И также вы можете обратиться в управление ЖКХ по номеру 556-10.